Кинокомпания Universal представляет. Бэзил Рэдбоун в роли Шерлока Холмса и Найджел Брюс в роли доктора Ватсона в фильме «Шерлок Холмс и голос ужаса». В ролях Эвелин Энкерс, Генри Дэниел, Томас Гомес, Реджинальд Дэнни и другие. Авторы сценария – Лин Рикс и Джон Брайт. По мотивам рассказа Артура Конан Дойла – его прощальный поклон. Оператор Вуди Бредел. Продюсер Ховард Бенедикт. Режиссер Джон Роулинс. Шерлок Холмс – бессмертный персонаж мировой литературы, созданный сэром Артуром Конан Дойлом. Не имеет возраста, непобедим и неизменен. Решая сложные проблемы современности, он остается, как всегда, непревзойденным мастером дедукции. Германия. Говорит Германия. Говорит Германия. Англичан приветствует Третий Рейх. Вы боитесь нас, мы — голос страха. Мы несем вам беды, сокрушительные беды. Фюрер непобедим. Нужны ли вам еще доказательства его мощи? Ладно, операция номер 7 — это голос страха. Секретный авиазавод у вас, в Англии. Вы слышите крики умирающих? Это голос страха. Ну что, вы дрожите от ужаса? Операция 41. Запал подожжен. Топливо для ваших кораблей и танков дымом взметается в воздух. Это голос страха. Думаете, фюрер не все знает? Слушайте, сегодня важный дипломат сел в поезд под Ливерпулем. Расчет до секунды. Переведенная стрелка... Поезд падает. Дипломат не представит доклада в Лондон. Это голос страха. Англичане, вы все сидите в своих клубах? Операция 23 состоится сейчас. Мы на морях и на суше. Это голос страха. Англичане, все вы во власти фюрера. Падают огромные плотины, а в это время наши войска наступают на цели. Разведывательное управление. Несмотря на действия разведуправления, посадившего 5 журналистов за саботаж, несмотря на слаженные действия, основанные на разведданных, голос страха продолжает вещать. Уже произошло 6 катастроф. Черт побери прессу! Нападают на нас! Кто этот негодяй? Надо заткнуть ему рот. Я не согласен. И что тогда? Тогда его не станут слушать. Я говорил с радиотехником Кросби. Если надо их заглушить, он сможет. Я принял иное решение. Пригласил Шерлока Холмса. Что? Шерлока Холмса? При чем тут частный сыщик? Это военное дело. Мы должны мобилизовать все резервы. Мистер Холмс, выдающийся логик. Вы хотите сказать, что разведка не справится, сэр Эван? В целом справится. Они прекратили саботаж, они снабжают нас информацией. Но голос страха их парализовал. У Холмса может быть иной подход. Это же секретная организация. Нам не нужны чужаки. Я категорически и однозначно возражаю. Может, вы передумаете? Ни в коем случае. Прентлис прав. Холмс все же сыщик, а не разведчик. Он эксцентричен, я могу рассказать. Джентльмены, я и сам могу рассказать.
Холмс! Здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день. Вошли вашим именем. Ёжик! Потолстел со школьных времен. Да, и слегка постарел, пухлик. Как жизнь? Отлично. Проходите, вы знакомы? Да, конечно. Не со мной. Мой друг и помощник, доктор Ватсон. Здравствуйте. Боюсь, мы не вовремя. Ну что вы. Эти господа... Адмирал сэр Прентлис. Он против нашего участия. Как вы узнали? По ковру. Ковру? Тот, кто встает и давит на каблук, чем-то возмущен. Адмирал боится, что мое вмешательство возмутит прессу. Но... Вы были в Севен-Окс? Да. А откуда вы узнали? Вы простите, но у вас на ботинке глина. Такая есть только в Севен-Окс. Поразительный вывод. Элементарно. В эфире «Голос страха». Говорит Третий Рейх. Вы слушаете, упрямцы? Вы слушаете? Безграмотная разведка. Сегодня мы вновь докажем вам мощь фюрера. Сейчас по Англии идет поезд с военными и медсестрами. Через миг он сойдет с рельсов. Скрежет металла, предсмертные крики. Как он может? Солдат в третьем вагоне читает письмо из дома. Это последнее письмо. Поезд подходит к повороту, гудок гудит. Прощайте, гудит он, навек! Вы слышали, как это звучит? Так это и будет. Немцы оплакивают невинно убиенных из-за того, что ваши глупые... Это Шор. Есть новости по Ливерпульский экспресс? Но ваш оголтелый кабинет не видит, что Англия погибла, и долг немцев доказать это еще и еще раз, пока они не встанут на колени, умоляя пощаде нашего фюрера. Каждый вечер голос страха. Отключите. Остановите! И прямо сейчас! Простите. Сделайте что-нибудь. Их надо остановить. Его сын был в поезде. Как они узнали? Строжайшая тайна. Джентльмены, надо срочно действовать. Да. Во-первых, не мешать им вещать. Но это ужасно. Они вещают по всей стране. Безнаказанно. Мир начинает верить. Наши союзники тоже. В стране паника. Англичане не паникуют, но это опасно. Согласен, капитан Шор. Но мы должны слушать. Зачем? Чтобы гадать, кто это? Личность его не важна. Важно, что стоит за этой кампанией страха. Что стоит? Наши секреты раскрыты. Корабли, поезда уничтожают. Я полагаю, это лишь прелюдия. Завеса, скрывающая истинный план. Его и надо раскрыть. Мы из Скотланд-Ярд готовы вам помогать. Спасибо. Мое участие в деле останется в тайне. Вы понимаете? Да, конечно. Но вы будете держать нас в курсе? Настолько, насколько сочту нужным в интересах нации. От нас информация не уходит. Я требую держать нас в курсе. Идем, Ватсон. Мистер Холмс, простите за прохладный прием. Спасибо, сэр Эван. Я привык к холоду на верхах. И помните, время дорого. Конечно. И результат. Мистер Ллойд, Холмс вас не подведет? Как всегда. Спасибо, Ватсон. Скорее, обычно. До свидания. До свидания. Пока, Барм. Пешком или возьмем такси? Выбора нет.
Мне кажется, что когда мы выйдем, нас будет ждать дама. Дама? Какая? Незнакомая. Подойдет и поздоровается. Вы меня разыгрываете. Мистер Холмс, Джилл Грандис. Добрый день. Это доктор Ватсон. Добрый день. Добрый. Я буду вашим шофером. Спасибо. Ну. Куда едем? Бейкер-стрит. 221-Б. Идем, Ватсон. Садитесь. Подойдет дама. Как вы узнали? Элементарно, Ватсон. Удивительный вывод. Как именно? Баром, сказал. Ничего, миссис Хадсон. Я его чищу. У нас опять дело. Заржавел, как и я. У мистера Холмса дело? Да. Самое важное в его... в нашей карьере. Как всегда. Холмс. Холмс. Что? Ну, безобразие. Симфония Бетховена? Почему же? Дирижер Рональд Хэдли? Я не о том. Нет? Страна в опасности. Такое происходит, а вы сидите у приемника. Музыка успокаивает. При чем тут... Очень даже при чем. Правда? А как? BBC? Это Шерлок Холмс. У вас есть записи? Пятая Бетховена. Дирижер Рональд Хэдли. Спасибо. Еще раз? Понравилось. По вашей просьбе, пятая симфония Бетховена. Дирижер сэр Рональд Хэдли. В записи. Холмс, к чему это? Вы думаете... Мистер Холмс. Да, Гевин. Я Кристофер. Мертв? Да. Убит в спину. Ватсон, это предупреждение. Да? А как вы узнали? Гевин пошел добывать сведения. И что-то нашел. В темных трущобах Лаймхауса. Но некто, решительный и страшный, остановил его. Предупреждение? Непонятно. От кого? Разберемся. Нож бросил метров с 15 человек высокого роста. Почему? Элементарно. Нет отпечатков. А расстояние и рост? Угол. И сила попадания. Холмс.
А что значит Кристофер? Надо срочно узнать. Войдите. Тут у вас топтался какой-то... Больше не топчется. Разберитесь, Добсон. Хорошо, сэр. Времени нет. Ватсон, идем скорее. Нет, Холмс, вы обещали. А куда мы? В Лаймхаус. Правильно, что отпустили мисс Грандис. Не место для девушки. Но и тут есть люди. Вот и мисс Грандис. Кажется, она за нами следит. Мистер Шерлок Холмс, да? Да. Вы бы тут не болтались. Это Лаймхаус. Тут таких, как вы, не любят. Он прав. Ватсон, у нас свободная страна. Пока что. Вы пожалеете. Вот в этом я сомневаюсь. Назад. Идем. Приветливый. Очень. Что это было? Ничего, тише. Тут так темно. Нам это на пользу. Они узнали, что мы помогаем правительству. Почему? Этот нож. Таким убили Гавина. Бросал ученик доктора Гамбурга, немецкий. Его ученики — большие мастера. Может быть, и вернемся днем? Но нет. Тут опасно. Теперь всюду опасно. Особенно нам. Вы меня узнаете? Мистер Холмс? Тут люди сердиты. Я рискну. Не могу запретить, но... Где Китти, подружка Гавина? Его жена. Найдите срочно. Попробую. Холмс, мне тут не нравится. Можно присесть? Вы меня признаете, если присмотритесь. Камбервелл. Ну и память, как моя. Убийство Даутона. Я вас посадил. Холмс, может нам... Тихо. 10 лет я сидел в Дартмуре. Все 10 думал об одном. Об одном? Да. О том, что я когда-нибудь выйду.
и встречу с лицом к лицу с Шерлоком Холмсом. Повезло. Повезло. Кто сказал вам, что я зарезал эту свинью Даутана? Отвечайте! Вы сами. Я? Оставили следы пепла на подоконнике от мерзкого табака, который курили. Нож заточен под левую руку. Все ясно. Вот как? Да. Неосторожно. Да уж. Я преступник. И заслужил расстрел. Еще не поздно. Спрячьте револьвер, Ватсон. Это на всякий случай. Где Гавин? Садись, Китти. Где он? Вы его втравили. Что с ним? Послушай. Он погиб. Погиб? Боже, нет. Он был тут 2 часа назад. Вы врете. Нет, Китти. Это вы убили его. Говорила, брось это, ты играешься. Я тут ни при чем. Кто же тогда? Кто? Его закололи ножом. Мне жаль. Я его должник. Перед смертью он сказал: «Кристофер, знаешь, кто это? Говори. Зачем? Хочешь отомстить за него? Не хочу. Отвяжитесь. Я не имею дел с полицией. Это не для меня. Для страны. Для Англии. Гавина убили они. Враги Англии. Вот как? Да, Китти. Убили нацисты. Найди Кристофера. И убийца за все заплатит. Подумай. Они угрожают нам всем. Ты можешь их остановить. Подумай, Китти. Полиция будет месяцами искать эту информацию. А ты и твои друзья? Знаете весь Лондон? Помогите нам. Это важно. Они станут войском. Понятно? Тайным, невидимым, могучим. И ты во главе. Ты их вождь. Граймс, кто такой Кристофер? Дуган. Ты знаешь? Дуган, слушай. Не буду я тебя слушать. Будешь. Гавина убили, и ты поможешь мне узнать, кто. Ну и ладно. Сами идете на бойню. Помогайте мне или нацистам. Да, они его убили. Они вас защищают? А их преступления вешают на вас. И пусть вас за них повесят. Как хотите, я англичанка, и я горжусь этим. Не смей называть меня нацистом. Так помоги мне. Кто такой Кристофер? Никто не знает. Этого не может быть. А если знаете, так говорите. Я понятия не имею. Так всю жизнь не просидишь в углу. А как что, сразу в сторону, чтобы все знали, какой ты трус? Чего вы боитесь? Я ведь не ради себя. Ради Англии. Вашей, не только моей. Неважно, на чьей мы стороне.
Страна одна, Англия. Богачи и бедняки. Ты. Мы все вместе. У нас одна цель — победа. Чего тебе нужно? Обшарьте Лондон. Найдите Кристофера. Найдем, не беспокойся. Спасибо, Китти. Молодец, милая. Это Шор? Да, мисс Грандис. У меня те же сведения. Нет, сэра Эвана нет. Спасибо. Холмс был сегодня в министерстве ВВС. Я тоже слышал. Вчера убийство, поход в Лаймхаус. Что он... Вот он. Не буду докладывать, вы уже все знаете. У нас есть способы. Чего вы достигли? Все в свое время. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы очень бледны. Ничего, так... Барон, рука, дай-ка взглянуть. Так, неприятность. Какая именно? В меня стреляли у моего порога. Стреляли? Царапина. Очень странно. Кто это был? Не знаю. Выскочил из-за кустов, выстрелил раз и исчез. Что, Ватсон? Пуля задела. Поздравляю. Сообщить полицию? Зачем? Я его не опознаю. Забудем. Капитан Шор? Привет вам, англичане! Вам нужен шок? Мы, нацисты, станем вас шокировать, пока вы не опустите головы. Лондонцы, посмотрите в окно! Вы увидите свою судьбу в небе! Лофорд, выключите свет. К востоку от доков. Операция номер 20. Смотри, Британия! Удивись и отчайся! Нацисты исполняют обещания. Пожар в Эстенде. Американские танки и самолеты сожжены, уничтожены. Пламя все выше, выше и выше. Его видят даже близорукие невежды из вашего правительства. Бешеное пламя пожирает американские аэропланы, ваши жалкие танки, ваши боеприпасы и продукты. Самолеты, которым далеко до Люфтваффе, танки, которым далеко до наших 50-тонных, которые скоро расплющат ваши дома. И продукты... Отключите. Джентльмены, это страшная трагедия. Как они узнают наши тайны? Их точность удивительна. Не так уж. Не слишком. Вы о чем? Полная точность. Нет. Пожар начался до призыва начать операцию. А ведь верно. И в прошлый раз, вспомните, капитан Шор позвонил сразу, а Скотланд-Ярд уже знал. Крушение было минут за 10. Это возможно. Ну и что же? Ничего сверхъестественного, просто все планируют заранее. Отлично, Холмс. Это шаг вперед. Джентльмены, пойдем еще дальше. Вот разница между прямым эфиром и записью. Я установил, что голос страха звучит только в записи. И что из этого? Что голос страха сам человек не в Германии. Он в Англии. Невозможно. О чем вы? Не может быть. Техники говорят, он из Зальцбурга. Именно так звучит запись из Зальцбурга. Невозможно, Холмс? Мы в это не верим. Немыслимо. В ВВС я получил сведения, что 6 немецких бомбардировщиков периодически сбрасывают бомбы на странные цели, на поля. Ерунда. Нацисты не тратят бомбы зря.
Да, у них есть цель. Один самолет отделяется от звена. Зачем? Это он. Забирает планы, карты, секретную информацию и записанные речи и голоса страха в Германию. Трудно поверить. Невероятно. Немыслимо. Выдумки? Мистер Холмс? Да? Вас спрашивают. Дама? Пусть войдет. Простите. Мне придется уйти. Куда? Не могу сказать даже вам. Я возражаю. Вы обязаны нам подчиняться. Я уже сказал, что доложу в свое время. Джентльмены, до скорой встречи. Надеюсь. Будьте настороже. Мы все в опасности. Ватсон? Иду. Холмс, за нами следят. Да, я знаю. Ллойд. Откуда знаете? Его видно. Привет, мистер Ллойд. Нам по пути? Хочу знать ваши замыслы. И поэтому следите. Это наше общее дело. Ладно, пошли. Сюда. Тут совсем пусто. Уже много лет. Плохо заперто. Нам повезло. Это река. Старые доки Кристофера. Кристофер? Но ведь Гевин... Тише. Простите. Заброшенные. Довикторианские. Добрый вечер. До чего доводит любопытство, мистер Холмс? Вы меня ждали? Да. Ждал всех глав разведки. Убрали бы всех тихо и аккуратно. В свое время их всех уберут. Но мистера Ллойда пока нам хватит. Что вы задумали?
Не будь время дорого, мы бы вас судили. Судили за что? Преступление против Рейха. Попытки отсрочить нашу победу. Мистер Ллойд, ваш ультрапатриотизм, ваши сомнительные достижения в разведке известны всем. С вами давно уже. Пора поквитаться. Доктор Ватсон. Неплохой врач, но неважно. Нам, глупым британцам, важна любая жизнь. Очень странное понятие. Мы не таковы. Лишь могучие и достойные уважения. Так запишут в аналы. Ваши записи делают дело. Спасибо. Записи убийств, мучений, обмана. Убийств? Будьте здоровы. Спасибо. Замерзли? Да, сквозняк. Ну, простите за неудобство. Не об этом речь. Не стоит храбриться, мистер Холмс. Вы понимаете, что сейчас вы умрете? Все мы когда-то умрем. Да не когда-то, а сейчас. Отлично, ребята. Вовремя. К стене их, Дуган. Давайте-ка. Давайте. Сюда. Сюда. Ушел. Обидно, это я виноват. По делам, Холмс. Сообщили бы в Скотланд-Ярд, и он бы не ушел. Да, не ушел бы. Обидно. Будьте здоровы. Хватай девицу! Хватай! Тихо. Не дури, он позовет подмогу. Вот оно что. Поживилась? Это мое.
Валяй, дружки из полиции тебя поджидают. Тут убежище надежное. Успокой нервишки. Опять ваш чай остыл. Пиликайте тут. А в это время Рим горит. А это что? Генерал Лоффорд, служба разведки и капитан Шор едва не погибли под упавшей стеной. Лоффорд и Шор. Холмс, это... Это не случайно. Боже мой. Холмс, этот скользкий тип, Мид, если бы он не ушел... Да, я с трудом дал ему уйти. Вы дали? Ну, черт возьми, он хотел вас убить? И сейчас хочет. Я не понимаю, если этот Мид стоит за всем этим... Вы правы, Ватсон, но не во всем. Правда? Каждый раз замешаны тайные военные планы. Да, пожалуй, вы правы. Утечка информации. Утечка? В управлении? Нет, Холмс, это невозможно. Невозможность пока не доказана. Состав управления. Лоффорд и Шор вне подозрения. Их чуть не убили. Именно чуть. Прентис? Убить своего сына? Не похоже. Мальчик погиб. Барн сам позвал нас. Он хочет раскрыть тайну. Он большой патриот. Славный малый. Играл в крикет за мою школу. Я за него ручаюсь. И потом в него тоже стреляли. А я помню. А Ллойд? Нет, не он. Мит и его хотел убить. Кстати, он храбрый малый. Он ведь не струсил. Хладнокровный. Войдите. Мистер Холмс? Да, Китти. Похоже, мистер Мид заговорит. Ваш план сработал. Я тебе верил. Это просто когда решишься. Как я. Осторожней. Особенно с этим типом. Я осторожна. Но пойду до конца. Молодец. Он говорил по телефону. Да. И сказал, Seven Oaks разберусь в 11. Seven Oaks? Но там... Поместье Барома. Ватсон, надо спешить. Если я узнаю, что Мит убил Гевина... Его накажут. На свободе он очень опасен. Мы спасем Барома. Надеюсь, мы успеем. Идем, Китти. Возьмем такси. Спасибо, мистер Холмс. Так вы пойдете один, сэр? Боишься немецкого агента? Он замахнулся на все управление. Что ж, Смитсон, в окопах бывало похуже. Забыл? Тогда, сэр, мы были моложе. И нацистов не было. Я готов. Знаю, сэр. Вы возили сюда сэра Эвана? Не раз. Он здесь дежурит в дружине. Такой у него отдых, да? Да. Здесь очень тихо.
Тихо и безлюдно. Вокруг никого. Да, мисс Джилл. Да, Смитсон. Где сэр Эван? На обходе. Где? В аллее. Я иду. Останьтесь, и вы, Ватсон. Здравствуйте, Баром. Холмс, откуда вы? Я тревожился за вас. Да? Тут появился этот Мид. Можно я пойду с вами? Так лучше. Конечно, вдвоем веселей. Скучно, особенно в такой вечер. Да, кстати, вы не продвинулись ближе к разгадке? Да, конец уже виден. Правда? А мне скажите? Слышите? Сирена. Да. И все ближе. Да. А самолетов не слышно? Тише. Я слышу. Смотрите. Вон, близко. Вот он. Наши ли их? Их? Холмс? Он садится. Мерзавец! Это курьер. Голос где-то близко. Возьмем его. Баром! Осторожней! Почему вы не помогли мне? Взяли бы! Не вовремя. Мне надоело. Надо прекратить. Вы медленно работаете. Что тут, нацисты? Да, я лично видел свастику. Ужас. Стрелял, но он ушел. И Мит ушел. Пойду сообщу. Мы с вами. Не стоит, я сам. Лучше не будем рисковать. Особенно пока Мит на свободе. Идем. Ты бросил меня тут на полночи. Тоска. Давай куда-нибудь сходим. Отвяжись. Обещал взять меня в долю. А так я возьму и уйду. Куда? Это мое дело. Может, это я возьму и уйду. Не надо так. Прости, Китти. Ты так переменился. В чем дело? Скоро, наконец, я выйду на свет во всей своей силе. Буду приказывать, а не подчиняться. Как тебе это? Ты пьян. Пьян? Да. В детстве мне снился сон. Я был в доспехах. Ярких, красивых доспехах. Я ехал верхом по улице, и все приветствовали меня. Ехал по телам недоростков, лежавших в пыли. Кровь их стекала в канавы. Может, это был не сон? А пророчество? И оно сбудется? Так, что-то с тобой случилось. Да, Китти. И с тобой тоже. Одевайся, идем.
Давай, бензин есть? Да. Поехали. Где Холмс? Скоро придет. Начинается. Вот он. Вы опоздали. Был на Даунинг-стрит. Здравствуйте, дамы и господа. Ваш любимый диктор. Голос страха из Зальцбурга. Сегодня особое сообщение. Где ваше самое слабое место? Подумайте. Отсутствие пищи, правительства, оружия, морских поставок, природных богатств? Ваши берега охраняют весьма ненадежно, особенно один из них. Туда мы и ударим. Быстро, сильно, завтра на заре. Момент атаки я вам ее опишу. Выключайте. О чем он? Что это за угроза? Вспомните, по всем данным, враг сосредоточился в Норвегии. Нападут на северо-востоке. Там надо сосредоточить войска. На сей раз дело не пройдет. Голос расхвастался. Может быть, но он исполняет угрозы. Их не остановить? Будем сидеть и смотреть? Эту атаку необходимо предотвратить. Сэр Эван прав. Надо мобилизовать все ресурсы. Отозвав повсюду? И это тоже. Мы должны действовать. Очень странная передача. Он сказал завтра. Раньше было теперь. Что это значит? Сейчас не время гадать. Мистер Холмс, ваши методы не сработали. Мы бездействовали. Мистер Ллойд, я знаю, что делать. Действовать будем мы. С этим кризисом вы не справились. Мистер Холмс. Простите. Мистер Холмс, я вчера отвез Китти и Мида. Да? В разбомбленную деревню на побережье. На севере? На юге. Что? Где вы были? Двигатель отказал, я вернулся. Ладно, ждите пока. Итак, южное побережье. Лисица вылезла из норы. Мид наведет нас на голос. Надо ехать. Да вы что? Гонять гусей в небе? Глупо. Прекратим это. Баром слушает. Конечно. Приказ сопровождать мистера Холмса. Мистер Гаррисон, мистер Шерлок Холмс. Здравствуйте, у нас все готово. Отлично. Это церковь? Да, сэр. Ладно, идем, джентльмены. Фон Борг задерживается. Ничего, прибудет. Всем ясны задачи. Шиллер. Шиллер! Да. Вам все понятно?
Да, я еду в Ливерпуль. Ваши люди готовы к захвату? Они ждут уже давно. Что это? В такой момент все напряжены. Просто сова или крысы. Похоже... Шиллер! Есть! Вольф! Аэродром поднят, все готово. Хьюго, Бирмингем! Больше не будем рабами на заводах. День настал! Постройте их там! Мистер Холмс, чуть не опоздали. Рад, что ты цела. Садись. Джентльмены, при последней встрече мистер Мид хотел судить Ллойда, Ватсона и меня. Теперь Мид судит вас. Почему вы здесь? Угроза на севере была прикрытием. Вы ждете высадки ваших войск с Ла-Манша. Что, захват? Все войска отошли на север. Во главе их сил избранные войска, которые должны были захватить власть в нашей стране. И захватим, конечно. Нет, этого не будет. Нас вы взяли, но вторжение состоится. Слушайте! Что он говорит? Одну минуту. Вы призвали меня заставить голос страха замолчать. Их план пока не вскрыт, но развязка близка. Джентльмены, голос страха здесь, в этой церкви. Что? Это Мид? Кто это? Мид был моей ниточкой голосу, когда я дал ему сбежать и подослал к нему Китти. Китти пропала. Мид поехал сюда на некую встречу. Я стал думать, какую? Почему деревня у Ла-Манша, когда должны атаковать Шотландию? Зачем отзывать все резервы в Шотландию, чтобы оставить этот берег без защиты? Это маневр голоса страха. Я давно понял, что голос один из вас, господа. Что? Один из нас? Это очень несвоевременная шутка. Германия сразу узнала, что я взялся за это дело. Как они узнали? От кого-то из вас. На всех нас покушались, но на одного слишком уж странно. Мы знаем лишь от него. Когда я поехал его охранять, он стрелял по немецкому самолету. Не для того, чтобы его задержать, а чтобы предупредить его. Умно, умно придумано. Умно, сэр Эван. Сэр Эван? Я не верю. Сэр Эван тут ни при чем. Что скажете, сэр Эван? Поздравляю вас, мистер Холмс. Вы что, признаетесь? Неслыханная измена. Нет, не измена. Сэр Эван Баром не Эван Баром. В марте 18-го лейтенант Баром попал в немецкий лагерь за сходство с неким Генрихом фон Борком, блистательным молодым разведчиком. Он поплатился жизнью. Его расстреляли. Хладнокровно убили. Так это Генрих фон Борг. Последние 24 года Баром. Немцы заранее строят свои планы. Кошмар. Но как так вышло? У Барома не было родных. Фон Борг 3 года изучал в Оксфорде его биографию, наш язык и наши обычаи. Затем пластическая операция,
плюс общее изначальное сходство, и обман прошел. Умно, мистер Холмс. Холмс, это просто поразительно. Когда вы его заподозрили? У сэра Эвана был с детства шрам. А этому всего 20 лет. Деталь, но важная. С ума сойти. И Барам сам пригласил вас? Удивительное самомнение. Как и у вас, мистер Холмс. Я пригласил вас, чтобы увидеть, как вы все провалите. Вы не поняли, что здесь лишь часть нашей организации, да? Мы по всей Англии и готовы к бою. Не выйдет. Их всех взяли на заре, как и вас. Мы в ловушке? Нет, джентльмены, в ловушке вы. Слушайте. Мистер Шмидт уже в небе. Начало нашего вторжения. Что же? Где ваши хваленные зенитчики? Молчат. Наш обман удался. Берег без охраны. Оставьте себе ваше глупое тщеславие. Вас ждет полное поражение. Не вы пленили нас. Мы уничтожили вас. Какой-то там голос не заставил нас снять всю оборону. Управление дезинформировали насчет переброски. Вы мне лжете. Нет. Посмотрите сами. Это не мессершмитты, а спитфайры и харикейны, разбомбившие вашу армию, уничтожившие транспортные суда. Смотрите ниже, фон Борг. Танки грузят на баржи. Ваши войска уничтожены. Они теперь пойдут на вас. Что там слышно в эфире? BBC вынуждена сообщить, что передатчик голоса страха отменяются на неопределенный срок. Угрозы нашему северу на деле не было. Мы раскрыли планы врага и расстроили их. Мы совершили налет на базы нацистов на континенте, нанеся им сокрушительные потери. Подробности сообщим завтра. Кроме того, агенты нацистов по всей стране, все до единого отправлены в тюрьмы. Это все. Смотрите! Мы многим ей обязаны. Страна должна гордиться такими, как она. Ее будут помнить. Холмс, как вас отблагодарить? Не надо ни к чему. Я сейчас, Холмс, позабочусь о ней. Я его сразу раскусил. Барам был славный, играл в крикет в школе. Красивое утро. Скоро подует восточный ветер. Не думаю. Очень тепло. Старина Ватсон. Вы не меняетесь в этом веке. Скоро подует восточный ветер, какой еще никогда не дул на Англию. Холодный и резкий. И многие падут под его дыханием. Но ветер этот послан Богом, и страна станет лучше и сильнее, когда взойдет солнце.